Всем добрый день. Голодающие. У нас уже сейчас обед. Мы приготовили на обед рыбку. И у нас еще со вчерашнего дня осталась картошечка. Салатик сделали. И вот такой вот соус. Слушайте, он очень вкусный. Он на вид, знаете, не очень, конечно, так смотрится. Аппетитно. Но на самом деле это новиночка. Девчонки вчера покупали разные новинки. И этот соус 4 перца. На самом деле универсальный для рыбы, и для мяса, и для овощей подходит. И он очень вкусный. Здесь немножко присутствует горчица. Он в меру острый. В общем, это на самом деле вкусный, на мой взгляд, соус. Я считаю, соус до 5 нужно только тогда есть, когда что-то невкусное. Неправда. А остальные, если ты и так вкусно ешь, то соусом ты только меняешь, портишь вкус. Понятно. Рыбка обалденная получилась. Все, всем приятного аппетита. Кто кушает вместе с нами, мы обедаем. У нас сегодня влог начинается с обеда. Выехали к бабушке. Миланка сегодня захотела к бабушке. На ночь. На ночь хочет. Так что Миланку сейчас завезем к бабушке. Я буду там картину рисовать. Ты взяла ты все хотела собой? Похвастаться бабушке, как ты рисуешь, что ли? Ну, она не под номером, потому что у меня другие краски. Ну ничего, просто сделай, там у тебя границы обозначены, да? Ты своими красками, да, своими цветами будешь. Да, только я не понимаю, где корабль. А, ну Лика тебе скинет фоточку на WhatsApp, чтоб ты видела. Где коричневая, ты начала рисовать. Это... А у меня нет WhatsApp. У тебя нет WhatsApp? Фоточку я телефон не взяла. Ну, бабушкин, на бабушкин скинем. Слушайте, такая пробка, все щемятся. Ой, мама. Ну это всегда так. И что-то тут непонятно, почему такая пробка. И все куда-то торопятся. Хотя сейчас, в принципе, время такое. Домой кушать. Да, 5 часов вечера, конечно. Да еще не так. Время пробок. Мы решили объехать пробки. Ну как мы решили? Через дворы Лика нам посоветовала. Лика сказала, поехали по дворам. Ну смотри, он, видишь, эту дорогу не знает. Ну потому что здесь нет дороги. Вон там, видишь, лежат такие непокрашенные божьи коровки, как у нас эти. Ну, как они штучки? Мы объехали. Ну, куда мы уже идем? Яма такая большая. Вот туда, вот. Сейчас посмотрим, куда мы выйдем. Вряд ли мы там сможем выехать на дорогу. Такие дворы тут узкие, да? Они не были открыты. Зачем они так сделали? Чтоб никто не ездил. Если бы можно было, бы уже поехали здесь поехали вон очередь. Дальше, смотри. Ну да. Но раз дорога есть, значит можно? Не знаю. Да нет, наверное, нельзя. Да нельзя, наверное. Можно, можно. Можно? Не страшно. Ой. Да куда ж ты едешь? Ты что, не видишь, я еду? Ты куда ж? У него номер сейчас не пойдет. Точно? Да, это фирменная такая специфика фордов. Вот, нужно было вот здесь вот еще проехать. 7-го, 8-го года, даже 6-го может быть. Номер такой прям как будто, может он просто не видит? Просто в этом же цвете эту модель мы покупали, помнишь, в 2007 году? Ну совершенно не в этом цвете. В этом цвете. Серая. Ну, просто это грязно. Да у нас другой цвет. Нет, у нас этот цвет был. Да. Точно такой. Вздыхает. Да потому что не хочу с тобой спорить. Потому что бессмысленно. Да, конечно. Мы сейчас будем смотреть страшилку. Я буду монтировать видео. Фильм называется «Курорт». И надеюсь, что это будет очень страшный фильм. Посмотрела. Алика боится страшилку. Неправда. К нам Максик пришел. Короче, я купила декор для куличей. Лика взяла их сейчас. Кто купил? Потому что ты захотела их съесть, поэтому вдруг ну, это... Ну, Полина, место... скажите, да вот красиво, коричневое гнездо, коричневое яйцо. Да молчи! Так, в общем, Лика решила, что декор нам не нужен для куличей. У нас другой декор. И этот декор нужно срочно сейчас есть. Красивый, радужный. Потому что она не может страшилки смотреть, она боится страшилок, ей надо что-то есть. Я предлагаю съесть вот такие вот таралини с чесноком. Да, поняли, давай, съедим. Это декор вообще-то для куличей. Так, мы сейчас с Миланкой поговорили, они уже ложатся с бабушкой спать. А мы смотрим страшилку, монтирую видео. Лика, как всегда, кушает, что-то жует. С
Скажи, нам вкусно? На самом деле, вот это самое вкусное. Нет, не вкусно вообще. Они с чесноком. А где Максик? Максик? Вам нельзя. Нам нельзя? Да. Да, вам. Да ты сейчас порвешь. Ммм, так вкусно. Ужастики часто бывают такого качества фильмов второсортные. Ну, посмотрим. Да? Нажми, пожалуйста, паузу, я расскажу. Что ты расскажешь? Как Лика съела. Все сухари. Все сухари. Меня тут нет. В общем, Лика съела весь декор. Теперь мы пойдем завтра за новыми украшениями. Капец, каждый вечер вы так все видите. Нормально. А фильмы тут не смотрим, кстати. Ну да, курорт вообще. Я же сказал, что это ужасно. Дай, пожалуйста, сухари. Редко, когда хорошим заканчивается. Максим, присоединяйся. Мне кажется, он поругался. Мама что-то проглотила. Сухарь. Поэтому я забочусь о тебе, больше не дам. Да, пожалуйста. Тогда я пойду твои украшения на Пасху съем. А разные. Вот как раз таки я люблю есть красивое. Смотрите, что с этим котом. Что с ним происходит? Что с ним, Макс? Макс, кстати, я тебе сегодня 2 раза, надо 3 раза. Пойдем. Пойдем? Выпьем. Я жду тебя. Травку выпьем, Максюнь. С чем ты тут шерсть кидаешь его? Ну да, убери. А бабушка с Миланкой купили алмазную картину. Милана сегодня раскрашивала. Они тебя заставят сейчас повесить куда-нибудь эту картину. А смотрю, там вот Ликина картина по номерам. А Миланка тоже сегодня делала картину алмазную. Там, по-моему, кошечка, да? Угу. Очень красиво так получается у нее. Завтра Миланку заберем. Я не знаю, доделать она или нет. Много работы? Нет, конечно, не доделать. Много? Ну, в общем, будем делать. Максик, иди сюда, пойдем травку выпьем, Макс. А фильм какой мы смотрим сейчас? Грандиозное ограбление. Глобальное. Очень, очень хорошее. Ну, качество не очень, честно сказать. Нормальное качество. Да? Нет, ну вот как-то... А еще, знаете, что мне не нравится? Мне не нравится озвучка. Вот как-то озвучивают, вот как-то не очень. Не русский фильм. Не русский фильм. Недолго твой сухарь держи. Ладно, ребята, все, на этом наш лог подходит к концу. Теперь точно. Да что ты мне дала? Макс ушел. Макс, почему ты ушел от нас? Макс, вернись. А он типа намеком, иди за мной травку, да? Все, всем до завтра, всем пока-пока.